скажу. Мы там еще одну часть нашли, был где-то в пределе километра. Ее сбили, видать, она не взорвалась, ее сбили в воздухе, да. Так она и была. Так, ребят, обратите внимание, вот есть номер ракеты. Сегодня ночью с 1 на 2 февраля в районе 23:50 и 24 часов в районе завода, металлургического завода города Алчевска, была сбита ракета .У, которая летела с северо-западного направления. Можно предположить, что она летела на Луганск. Но станция противоракетной обороны города Брянки перехватила ее и уничтожила. Части ракеты упали на территории завода, в пределах километра они разбросаны, сейчас их находят и будут всех их собирать в одно место для предоставления международным организациям, на их суд, что же действительно происходит на самом деле у нас здесь. И чем мы, так сказать, сами себя обстреливаем, со слов украинских СМИ. Да, какова поражающая сила? Ну, ребята, скажу вам сразу, глубина поражения этой баллистической ракеты, в общем, можно судить по яме. Это глубина воронки 5 метров, а ширина, ну, в пределах 100 метров. Вы можете себе представить, если она попадет в жилой квартал, квартала не будет. Собирать будем. А? Где кусочки будем собирать? Ну, да. Ну,